процветай и живи. Рядом с тобою всегда пацаны. Люди с понятием ценят тебя. Если проблемы, то будет жара. Старая громадка, желтая лошадка, смотрят на меня в окне. За окном без шапки я лечу на санках, падает волшебный снег, и кружит надо мной зима, и звезды в небе, и дома. А весной, когда вернутся птицы, станет на реснице капелькой дождя. Это просто белый снег, мама. Чистый легкий снег, мама. Он из прошлого вернется, мама, и расскажет обо мне. Старая кроватка, желтая лошадка, перебрались на чердак, перешли украдкой в школьные тетрадки и гитары во дворах. И кружит надо мной зима, и звезды в небе, и луна. Падал белый снег, мама, чистый легкий снег, мама. А весной, когда вернулись птицы, встал он на ресницы капелькой дождя. Это просто белый снег, мама. Чистый легкий снег, мама. Он из прошлого вернется, мама, и расскажет обо мне. Вот и улетели юности метели, на висках оставив след. Но только старая кроватка, желтая лошадка, в сердце вы моем навек. Да, зала белой, белой голова, наверное, в мой дом пошла озябшая зима, подается. Hold on.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Русская песня». Я не помню уже по счету какой-то выпуск, по-моему, 379-й. Ну, не столь это важно, потому что в гостях нам приходят и не уходят замечательные люди. Они всегда трезвые, от них не пахнет дорогим коньяком, потому что они ведут здоровый шансонный образ жизни. В гостях у нас человек, при виде которого многие путаются, потому что у меня, допустим, дома лежат альбомы с ее творчеством, но везде одинаковые фотографии, ну, плюс-минус один год. На одном диске написано «Анжела Бабич», на другом написано «Вера Снежная». И вот я все время путаюсь. То ли она находится в шансонном розыске, то ли она каждый год меняет свои творческие позиции. Итак, в гостях у нас сегодня Вера Снежная, но не Анжела Бабич, правильно? Во-первых, прежде всего, здравствуйте, дорогие люберчане. Люберчане, уважаемые телезрители, дорогой Алексей, огромное спасибо за приглашение. Во-вторых, нашего письма хочу заметить, что так интересно о себе со стороны послушать, собственно. Ну и самое главное, чтобы в тех альбомах, которые у вас есть, мне это приятно узнать, услышать. Я уже выбросил их. Ну вот этого можно было не говорить. А по какой причине ты? А я все переоцифровал в MP3 и закинул в iPod. Ну ты же меня так не пугай сразу. Вот, прям сюда. Я вот не знаю даже, как с вами на вы или на ты. На как ты. Вам, как скажешь. Анжела Бабич куда ушла? Да. Лёш, Анжела Бабич никуда не ушла. И самое главное, чтобы вот наполняемость материала, который у тебя был, да, и который ты все-таки не преминул слить в нужное место в нужное время, чтобы этот материал он был наполнен от Анжелы Бабич, вот такой материал, от Веры Снежной, вот такой материал. На самом деле ларчик просто открывался, как мой старший сын вот недавно басни учил, нашего незабвенного Ивана Андреевича Крылова, ларчик просто открывался. Была интрига, да, пытались как-то что-то. Ну, я по своему характеру не интриган, наверное, не являюсь человеком, который любит интриги. Вот, ну, появился проект, появилось предложение от продюсера очень известной компании «Русский шансон», от уважаемого продюсера, которого, к сожалению, сейчас нет. Севастьянов. Да, Севастьянов Юрий Николаевич, царство ему небесное. Он очень много для меня сделал хорошего. Он мне предложил проект, который мы решили назвать «Вера Снежная». Он очень хотел, чтобы вот было какое-то отличие. А с другой стороны, когда мы к Кальянову Александру Ивановичу приехали на студию, он сказал, что «Юрий Николаевич, как здорово вот с этой девушкой, с этой дамой мы проработали столько времени, и как здорово, что вот есть профессионалы в этом жанре». Мне это от таких метров было слышать как минимум приятно, сами понимаете. Вот. Ну, собственно, ну вот «Вера Снежная». Сразу, наверное, попытаюсь, возможно, опередить ваш вопрос, почему Снежная, почему Вера. Просто очень часто в интервью мне задают подобные вопросы. А я не буду его задавать. Ну, тогда я не буду отвечать. Или как скажешь, Лёш. Ну, про Снежную не согласен, потому что как-то был я в гостях в Измайлово, в тех краях, да. Эти люди хорошо принимают, не отпускают, пока не напьешься до состояния умопомрачительного, что уже не помнишь, где вход, а где выход. Кальянов раз пролетели. Я знаю, что в творчестве была еще и некая Пугачева Алла Борисовна. Дело в том, что у меня был такой момент, я бы даже сказала, очень счастливый момент встречи с Аллой Борисовной на творческом вечере Зацепина, еще тогда ГЦКЗ «Россия» зал. Вот, это была такая очень... Вот фотографии есть, они есть, фотографии этой встречи. Ну, это мой плакатик, это такой скромный немножко. Встречи. Да-да. Сейчас... Немножко можно даже вот так вот растянуть слегка. А может быть стянуть? Примялся, как скажете. Вот. Но, опять же, имела счастье вот находиться на одной сцене в такой замечательной компании наших официальных звезд. Можно так сейчас уже говорить? Официальных звезд. Вот. Потому что понятие звездности для меня, прежде всего, наверное, зависит от... опять же, наполненности человеческой личности, от его харизмы, вот, в чем тебе отказать весьма и весьма трудно, вот,
Лёш, вот так плавно от Аллы Борисовны к тебе, правда, огромное спасибо за приглашение и за то, что ты появляешься на знаковых вечерах, то, что ты не оставляешь своим вниманием замечательным моменты, которые происходят не только у официальных звезд. Кстати, когда мы сегодня узнали, что придет нам в студию Вера Снежная, мы вчера наняли строителей, они у нас проход над дверью на 20 сантиметров немножко повыше сделали. Потому что, ну, наш гендиректор сказал, что придет человек с короной. Почему с короной? Он полез в интернет, а там написано, что в 2002 году Вера Снежная получила звание королева шансона. Где корона у королевы? Она у меня выдвижная. Это как стаканчики для выпивания? Я бы не стала проводить аналогию со стаканчиками, потому что я не считаю себя королевой, как сказала моя дорогая подруга, которая, к сожалению, тоже ныне царство небесное, Катюша Огонек, она сказала, ну вы же знаете, кто у нас королева шансона, вы же все знаете, ну я принцесса там, или зовите как угодно, знаете, как вот только в печь не ставьте. Собственно, абсолютно согласна вот с этим тезисом, теперь уже можно так сказать. Вот. И, конечно же, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы тепло сердечное, душевное, оно оставалось, чувствовалось в песнях как исполнителей, так и слушателей. И это, собственно, не знаю, можно ли назвать это формулой, но, по крайней мере, я могу сказать, что мы стремимся к этому по мере сил и возможностей. Я предлагаю по мере сил возможности смотреть видео, коли программа музыкальная, да? Уважаемые телезрители, наливайте коньячку, виски, Хеннесси, или можно просто журавли есть такой чай. И после видео продолжим нашу беседу. Зачем?
же тогда? Я смотрю в это небо, где кричат журавли в золотых облаках. Но зачем же тогда? Я смотрю в это небо, где кричат журавли в золотых облаках. Продолжается снежная и бабичевская беседа, уважаемые телезрители. В гостях у нас валькирия, амазонка русского шансона Вера Снежная. Как про нее пока не пишут интернет-таблоиды. Впрочем, я не знаю, что такое таблоид. Я знаю, что такое шнек-роторная машина. Правда ли, что в свое время Вера Снежная сидела почти за одной партой с Веркой Сердючкой, с Андреем Данилко? Если школьной партой, или как это можно назвать, пляж, обучение в театральной студии «Гротеск», это да, с чувством гордости большой могу сказать и заявить во всеуслышание. Андрей Данилко, мой друг детства, потрясающего таланта человек, потрясающей величины артист. Нескромный вопрос, друг или подруга? Я вот в этом месте я точно могу сказать, что это нескромный вопрос, но могу также сказать, что это настоящий друг с большой буквы. Вот лично для меня это друг, с которым мы поддерживаем отношения на протяжении очень многих лет. И сейчас? И сейчас, и буквально вот в воскресенье мы перезванивались, был юбилей у Андрея Разина. Вот, мы собирались там встретиться, но в силу некоторых обстоятельств не доехала немножечко я по своей вине, можно сказать. Хотя хотелось бы поприсутствовать, было весело. Опять же таки, в зале «Известия Холл» проходило мероприятие, было очень здорово, весело. И немножко даже жалею, что вот не удалось. Но тем не менее мы видимся, мы на связи. Часто ли он бывает в Москве? Часто, часто. И что бы там ни говорили злопыхатели, которые... вы знаете, я не люблю слово «зависть», понятие. Это вообще как бы для меня, в принципе, чуждо, как и для многих нормальных людей. Но когда речь идет о том, что действительно какие-то вот такие моменты происходят в жизни, что... Вот человек, можно сказать, мы с детства дружим с Андреем, с пионерского лагеря. Это тоже такой достаточно известный факт. Познакомились мы в пионерском лагере, и я не могу сказать наблюдаю, да, просто вот как-то рядышком наши жизненные пути проходят. Это человек большого прогресса. И я считаю, что просто надо гордиться тем, что у нас, кто у нас есть. Потому что, к огромному сожалению, такие потрясающие знаковые люди уходят, а вот новые какие-то кумиры, да, они немножечко вот их как-то нивелируют. И мне очень, я сожалею об этом. Потому что для нового поколения нужны действительно какие-то достойные, может быть, примеры даже для подражания. Андрей Данилко родился в очень небогатой семье. И рос он в бараках. Его детство проходило, я этому свидетель. И то, чего он добился своим талантом и тому, что дал ему Господь Бог, и дай Бог, чтобы и дальше его карьера продолжалась, тем более, что вот потихонечку люди начинают осознавать наш родной город, который нас, собственно, объединяет. Полтава. Он уже является, да, это город Полтава. Я горжусь тем, что я там родилась. Мои земляки, которыми я горжусь, на самом деле. Я думаю, что
телезрители наверняка разделят мое понимание в том плане, что это и Клара Лучко, Николай Васильевич Гоголь, и Вадим Казаченко. Может быть, это в разнобой. Но опять же, возвращаясь к имени Вера Снежная, я хочу сказать, что неспроста и не напрасно моей землячкой является звезда немого кино Вера Холодная. Вот. Угу. Ну и, собственно, остается только стремиться соответствовать. А Андрюша Данилко, он стал почетным жителем города Полтавы. И сами понимаете, ну как этим можно не гордиться, как этому можно не радоваться? Уважаемые телезрители, наша сегодняшняя беседа посвящена творчеству и биографии Андрея Данилко, потому что мы сегодня про него говорили минут пять. Но в гостях, напоминаю, у нас человек, который в Киеве получил премию за лучшее воплощение женского образа. Это о чем-то говорит, как говорят на Полтаве. Смотрим видео. Продолжается программа «Полтавская беседа», уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Вера Холодная, звезда немого шансонного кино. Кстати, про кино. У нас недавно в студии была замечательная исполнительница русского шансона Ирина Максимова, и она поведала нам историю, что ее пригласили сниматься в полнометражный мосфильмовский фильм на роль певицы. Для нее даже шьют шикарное платье. Были ли опыты съемок не в видеоклипах, а именно в фильмах у Веры Снежной? Прежде всего хочу сказать по поводу Иры Максимовой, что это человек бесконечно талантливый и искрометный, человек, который умеет заряжать своим позитивом многие и многие. И я считаю, что сегодняшняя наша встреча, она произошла не просто так, а благодаря непосредственному участию Ирочки Максимовой. Хочу пожелать Ирочке успешного кинодебюта, хотя, может быть, я не знаю, немножко вот
для меня немножко неизвестный факт. Мы после эфира ей позвоним. Безусловно. Жалко, что она находится далеко. И все же, удавалось ли сниматься в картинах? Да, у меня была практика и опыт. У меня есть образование эстрадного артиста, но в качестве эпизодных съемок я участвовала в фильме «Гибель Отрара». Это кинокомпания «Казахфильм». И у меня вот воля судеб. Занесло как. Да, да, было такое. Я жила в Каракалпакии. Можно вот, еще раз? Ну, в Каракалпакии. Далеко ли там у Кибастуз? Сапоги с подвыпадвертом. Вот. И, собственно, ну, как-то так сложилось, что вот меня пригласили сниматься. Это исторический фильм 90-е годы. Вот я тогда только-только заканчивала школу и готовилась к поступлению. В РАТИ, сейчас вот, называется тогда ГИТИС. Вот. Ну, вы знаете, съемочный процесс сам по себе весьма и весьма интересен, особенно если это натурные съемки. Ну, что говорить, вы наверняка уже так же вот снимался. Студийная работа, но она тоже свой. Ну, в Германии я снимался. А, вот тем более. Ну что ж, мы за натурные съемки, смотрим видео, далее продолжаем нашу беседу, но не германскую. Судьбу. Наврала маме с три короба, мол, приняли в МГУ. Ну а там, как устроюсь, сразу же напишу. И первым же утренним поездом оставила девочка отчий дом. Встречала первопрестольная вся в огнях. Казанский шумел непривычно так, и где-то в душе поселился страх. И слезы застыли в наивных простых глазах. Теплыми ливнями, южными зимами, вдаль нас уносит, и осень бросит вниз, как листья. Будни девчонку ту, проблемы и дела. И город такой незнакомый вдруг стал родным. Но дни удаляли ее мечту, которую так ждала. Все здесь оказалось совсем не таким простым. И вот одним пасмурным вечером решила она делать нечего. В церкви поставила свечечку всем святым. Луна освещала дорогу ей, не знала девчонка, что будет с ней, когда черный джип увезет ее в серый дым. Теплыми ливнями, южными зимами, вдаль нас уносит, и осень сбросит вниз, как лист. Закончив рассказ свой нерадостный, руками закрыв глаза, сидела она неподвижная, вся в слезах. И тихо так стало в камере, слова никто не сказал, лишь в душу опять забирался знакомый страх. И вспомнила девочка будто сном березу любимую за окном и маму, что на перроне махала платком. Узнала теперь, что весь мир жесток, на долю ей выпал немалый срок за то, что обманом оставила отчий дом. Теплыми ливнями.
Ну что ж, уважаемые телезрители, с большим любезным прискорбием, вот у меня уже 18 слез появилось на лице, но они невидимые, сообщаю, что в гостях у нас сегодня была Вера Снежная. А если говорить по-нашему по-люберецки, сегодня у люберецких в гостях были измайловские. И этим все сказано. Вера Снежная. Вера, вот лежит у меня буклет уже прошедшего второго международного фестиваля. Называется он «Бачата». Что такое «Бачата»? Почему не «Мачете»? Почему второй год подряд Вера Снежная принимает в нем участие? Почему «Больные танцы» здесь рэп и каким-то образом лирический шансон вплелся? Это не только рэп и все вышеперечисленное вами, Алексей. Ага. Дело в том, что бачата – это социальный танец, это значит, фестиваль среди непрофессионалов он проводится, потому что бальные танцы – это здорово, чудесно, но вот именно направление, связанное с латиноамериканскими танцами, вот это флешмоб по всему миру. Это звезды со всего мира, в том числе и Франция, и Америка, и также близлежащие у нас Украина, Белоруссия, то есть съезжаются очень многие вот на этот фестиваль, звезды этого направления. Среди молодежи это очень популярная тенденция. Вот. И, собственно говоря, я бесконечно рада, что в таком месте, как Пушкинская площадь, зажгли в таком количестве и с такими вот позитивными эмоциями. Вот. Ну, что я могу сказать, что свой непосредственный вклад по возможности, чем смогла. Потому что, если вы успели обратить внимание, у меня не так давно вышел вот такой MP3, здесь мы смогли уместить 109 песен. Ничего себе. И, ну, это у меня на сегодняшний день выпущено больше 10 альбомов, я после 10 считать перестала, но это альбомы, я ни в коем случае не отрекаюсь ни от шансона, ни от эстрады, но это очень разнообразные композиции, да? Вот, альбомы, направления, в том числе и живые инструменты задействованы полностью, вот есть. Я бы хотела, чтобы у каждого зрителя люберецкого телевидения был такой альбом, поэтому с удовольствием приглашаю на свои концерты. Вот. Вера, нужно тогда тираж 280 тысяч дисков. Вы знаете, я еще хочу низкий поклон всем жителям Люберец передать и сказать о том, что буквально начинала я второй, третий альбом, мы писали с Николаем Зайцевым, который жил здесь. Это проект «Заяц поп-шоу», я от этого проекта тоже ни в коем случае не открещиваюсь, именно поэтому здесь включены в этот MP3 также песни, которые мы с Колькой писали. Я считаю, что я имею право говорить вот так вот немножко, хотя, к сожалению, этого человека тоже нет. Вот. Но это был потрясающий, настоящий люберецкий парень, музыкант великолепный, и очень жаль, что его нет, но мы столько успели классных песен с ним записать, вот именно благодаря тому, что было здорово, весело в Люберцах, несмотря на трудности 90-х, ну, мы как-то вот каким-то образом это смогли, вот. И я бы очень хотела, чтобы вы знали, что вот жил такой человек в Люберцах, как Николай Зайцев, который делал проект «Заяц поп-шоу». И этот проект сейчас слушают уже теперь, получается, новое поколение, мои дети, потому что моему сыну 11 лет, он учится в 6 классе, вот он немножко так ранний такой, где-то немножечко индиго, и он принес из школы песни, говорит: «Мама, послушай, какие песни классные, прикольные, это же Стёп! Ты знаешь, что такое Стёп?» Я говорю: «Сынок, знаю ли я, что такое Стёп?» Оказывается, знаю. Ну вот. «А откуда у тебя?» «Мне ребята перекинули вот на мобильный телефон, послушай». Я говорю: «Да, сынок, я слышу, это я здесь тоже немножечко там пою». Он был очень удивлен, наш Даниил. Ну вот как-то так, из поколения в поколение. И тем более мне приятно, что здесь в Люберцах, практически рядышком, живет очень талантливый человек,
диджей Илья, он также известен как Илья Маматов, с которым мы тоже сейчас пишем песни. И я очень надеюсь, что эти песни также получат свой отклик широкой зрительской и слушательской аудитории. Да, Лёш, у меня с Измайлова связаны очень приятные впечатления, но сейчас я в Бескудниково проживаю с некоторых пор, уже 5 лет, как, вот представляешь? Так получается, как я крайний раз был 5 лет назад в гостях? Получается, что вот у нас Володи Волжского, который тогда тоже у нас в компании присутствовал, тоже нету. Но я бы хотела, чтобы вот песни, которые мы успели записать, вот как-то так получается, я, знаете, как-то успеваю как-то прикоснуться к уходящему, может быть, но в то же время, может быть, это все-таки не зря, потому что я, дай бог здоровья, как говорится, еще полна сил, и мы планируем, кстати, с Ириной Максимовой и с Ильей Маматовым, диджеем Ильей, сейчас хороший сделать очень классный концерт, который пройдет в, значит, если я не ошибаюсь, этот зал у нас называется Форум Холл. Вот, это будет буквально в ноябре месяце. Там будет грандиозная у нас солянка. И, конечно же, от всей души приглашаю всех жителей Люберец. Приезжайте, не пожалеете, в метро успеете. До Люберец доедем. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы поскорее к вам тоже метро провели, потому что в Бескудниково уже практически вот-вот в 2014 году обещают, что не может не раз. Вот. Ну и самое главное, хочу пожелать, опять же таки, как можно больше хороших песен, талантливых исполнителей, душевного тепла, больших пенсий, огромных зарплат и, конечно же, счастья под крышей каждого дома. Ну что ж, уважаемые телезрители, в гостях у нас была Вера Снежная. Буквально после видеоклипа в гостях у нас появится бочача русского диджейства Илья. Смотрим видео. Здравствуйте, мои дорогие! Всем девчонкам эта песня звучит! Плавно волны свои катит река, ждет девчонка третий год паренька. У окна она вздыхая сидит, по парнишке ее сердце болит. Просыпается она на заре, может быть, вернется он в октябре. Может быть, ему сейчас нелегко, далеко он от нее, далеко. В синем небе стая журавлей, возвращайся, милый, поскорей. Нам с тобой еще летать и долетать, непростое наше счастье искать. Умывается сентябрь за окном, заглушает боль девчонка вином. Сигарета догорает, дымит, сердце девичье болит и болит. Шлет парнишечке письмо за письмом, веет в доме без него холодком. И сынишка жалобно так глядит, где же папа каждый день говорит. В синем небе стая журавлей, возвращайся, милый, поскорей. Нам с тобой еще летать, долетать, непростое наше счастье искать. Девчонки, как настроение? А у мальчишек? У нас сегодня все по-настоящему. Да здравствует настоящий шансон! Ура! Плавно волны свои катит река, ждет девчонка третий год паренька. У окна она вздыхая сидит, по парнишке ее сердце болит. А парнишка ее там, где тайга, где зима и где не тают снега. Вот и шлет ему письмо за письмом, помни, мы тебя, сынишкою, ждем. В синем небе стоит
журавлей. Возвращайся, милый, поскорей. Нам с тобой еще летать, долетать. Непростое наше счастье искать. В синем небе стая журавлей. Возвращайся, милый, поскорей. Нам с тобой еще летать, долетать. Непростое наше счастье искать. Продолжается программа «Русская песня», уважаемые телезрители. Сегодня у нас в первой половине программы была Вера Снежная. И сегодня она нам хотела представить своего товарища, друга, партнера по творческому бизнесу, да и просто замечательного человека, зовут которого диджей Илья. Это легендарный человек. Все те, кто помнят лихие 90-е, окончание их, все те, кто помнят 2000-е, да и просто все те, кто увлекаются музыкой, знают этого скромного российского и нескромного сочинского, хотел сказать, парня, а, наверное, уже мужчина в летах, да? Диджей Илья у нас в гостях, добрый вечер. Добрый вечер, доброго времени суток. Илья, вот что связало Илью, диджея такого продвинутого, да, которого можно ассоциировать со словами «я люблю вас, мальчики, я люблю вас, девочки», да, и русский шансон? Это, по-моему, две несопоставимые музыкальные точки и два разных направления. А, по-моему, сейчас я считаю, что это уже подходит к одной ипостаси, к одному направлению – шансон, ретро, как это звучит со многих площадок, когда устраивают дискотек 80-х, 90-х, поэтому все это вместе, forever уже. Можно ли назвать диджея Илью одним из самых старейших диджеев Российской Федерации? Ну, по-моему, самый старейший – это Сергей Минаев. А дальше, как все начиналось, да, я помню своего учителя, как он говорил, я всегда самый старый диджей в СССР еще тогда. Сидоров Александр Львович. Тогда была дискотека на Лубянке, полузакрытая, куда мы приходили тренироваться, опробировать все на публике. В то время была еще диско-мастерская, рок-лаборатория. Все оттуда ушло. Вот Лик МС, Мальчишник и так далее. Диско-мастерской как раз вот и руководил мой наставник, учитель Сидоров Александр Львович, которому я по сей день благодарен. Получается, что там и Сильверстов как-то был примазан к этой тусовке? Ну, конечно, это была общая тусовка, все оттуда вышли. Да, но все потом разъехались по разным странам и регионам. Разъехались, потерялись, кто-то начал сольную карьеру, кто-то переключился к другому бизнесу. Совершенно верно. Насколько известно, Лик МС, по-моему, даже уже не поет свои биби-такси, биби-биби. Ну, это рэп стиль МС. Ну, до сих пор ремиксы встречаются. Вот это как раз говорит о привязке к шансону, потому что, как бы, хотя она в другом формате, вне формата шансона, но все равно все сводятся к одному, уже к классике. Диджей Илья на своих плакатах размещает, наверное, ностальгию по лихим 90-м, когда у нас было все хорошо, красиво, но не было в карманах денег. Размещает на своих плакатах строчки из песни Ромы Жукова «Я люблю вас, мальчики, я люблю вас, девочки». С чем это связано? Рома Жуков брат? Это мой большой друг, мой большой знакомый, в принципе, человек, с которого все началось у меня в шоу-бизнесе. Сотрудничая, с которым работая, гастролируя в качестве клавишника, у меня началась сольная карьера. Также дальше, в продолжение группы «Маршал» Рома Жукова, Александр Хлопков, «Маленький принц». Конечно, есть постоянный состав, но я как диджей все-таки пытался всегда и до сих пор сохраняю свое лицо как диджей Илья. Я сотрудничаю с этими коллективами, группа «Левостороннее движение». В свое время я работал директором, аранжировщиком, ну и вторым вокалистом. У нас был такой своеобразный дуэт с Анваром Тляубердиным, неизменным автором всех текстов, в том числе и «Чао Бомбино», «Посмотри, на кого ты стал похож». Я думаю, это тоже шансон. Уже. Ну, во всяком случае, ретро. Где-то там уже на грани, может быть, спорный вопрос. Судить нашим зрителям. Сколько лет связка в связку, нога в ногу пришлось идти с господином Жуковым? Лет 5? Больше? До сих пор мы сотрудничаем. До сих пор мы дружим. Да, в течение 5 лет. Мы сотрудничаем, работаем, выступаем. Не могу сказать, иногда Роман выступает отдельно. Сейчас он практически выступает один. Вот, поскольку у меня началась своя сольная карьера, свое будущее. Но тут стоит уделить внимание аранжировкам, потому что мне после сотрудничества с Ромой Жуковым
более стали интересны именно компьютерные аранжировки, компьютерная запись. И благодаря этому с Верой Снежной мы записываем несколько песен, одна из которых буквально перед эфиром записана, называется «В зеркалах». Открою небольшую тайну. И она будет, скорее всего, опубликована на дисках, в сборниках. Дискотека СССР, дискотека Шансон, возможно. Хотя формат этой песни диск 80-х. Так, во всяком случае, мне это близко. А будет ли эта мелодия продаваться в iTunes? Я думаю, да. По всем параметрам, я думаю, что да, потому что всегда что-то новое у нас интегрируется как-то быстрее, больше в интернет, распространяется дальше. Ну, естественно, iTunes. Тогда, Илья, я предлагаю посмотреть видео, а далее продолжим нашу, как надо делать, так, диджейскую беседу. Смотрим видео. Субтитры сделал DimaTorzok.
что ж, уважаемые телезрители, для тех, кто не жил в 90-е годы, наверное, не поймет, что у нас за легенда в гостях, наверное, просто будете идти по улице и даже на него не обратить внимания, потому что он всегда скрывает свои глаза за черными очками, потому что он имеет отношение к городу под названием Сочи, где темные ночи. Кстати, на афишах и в интернете часто пишут, что диджей Илья – это легенда Сочи. Вот легенда чего? Легенда чего? А это самый анекдотичный, парадоксальный случай. Дело в том, что я-то родился в Москве, тем более здесь недалеко, в районе Выхино. Угу. Вот. Потом в связи с личными проблемами в жизни пришлось переехать в Сочи. 15 лет я там жил, фактически начал все с нуля. Ничего себе проблемка. Вот так вот решил перекроить свою жизнь. И за 15 лет познакомился с автором легендарной песни, как я считаю, это «Ах, какая женщина», автор текста, не только «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», кто писал Вадиму Казаченко, потом «Хрустальный бокал», это Игорь Крутой. Можно очень много говорить, на самом деле, с Верой Снежной, это наш общий друг, общий знакомый, причем с большой буквы, Татьяна Назарова. Она уроженка города Сочи, и познакомились мы с ней как-то при странных обстоятельствах. У меня друг с Питера, поэт. Он говорит: вот слушай, есть у вас такая в Сочи Татьяна Назарова. Я еще ее не знал. Передай ей мои диски и книги. Может быть, она заинтересуется. Вот таким образом я к ней приехал домой. И у нас завелась огромная дружба, даже по сей день. Правда ли, что диджей Илью иногда, ну, слухи ходят, подстригает сам мэтр российского парикмахерского искусства Сергей Зверев? С Сергеем мы... Или это просто дружба? Это просто дружба, но мы огромные друзья в лучшем смысле этого слова. Я имею в виду, пользуясь служебным положением, можно попросить Сергея Зверева, что сделал мне хорошую шевелюру сегодня перед концертом? Я думаю, что да, без проблем. Только вам стоит доехать до его бутика, потому что он не стрижет домашних условий. И приготовить $5000? Ну, я не думаю. Ну, поменьше. Но мы все друзья, это обсудим за кадром. Что связывает в творческом плане со Зверем? Насколько известно, он не поет такие танцевальные мелодии. Или поет? Так вот, как раз песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», она и связывает. Мы как-то были на гастролях с Ромой Жуковым, Ириной Дубцовой, и там был Сергей Зверев. Так ему понравилась эта песня? Он ее, мало того, он ее взял в дуэт и поет ее с Романом. И будучи в Якутске на гастролях, они исполняли эту песню совместно на открытии клуба. Какие еще современные исполнители сейчас возвращаются к прошлому и созваниваются с диджеем Ильей, чтобы как-то разнообразить свой творческий репертуар? У кого-то я загнул, непонятно. Да, большинство. Вспомним прекрасно известную группу «Левостороннее движение» Анвара Тляубердина. Какое-то время я был директором этой группы, аранжировщиком и вокалистом. Зрители могут легко найти в ютубах наше выступление и в яхт-клубах «Адмирал», где повыступали. Ездили в том числе и в Сочи. Потом, все мы творческие люди, разошлись. В данном случае... Но не разругались. Ну, естественно, все мы друзья, все мы общаемся. Группа «Шанхай». «Солнечный зайчик». Наверняка все знают. «Встретил тебя я, была ты самая милая». До сих пор я сотрудничаю с Валерой Долженко и с этой группой. Очень прекрасные золотые люди. И мы даже написали совместную песню. На этом вот диске есть ремикс. Впервые ремикс песни «Дождь». Дворовая такая песня, которую мне предложил Валера Долженко с «Шанхая». И, наверное, самый коронный этап моего творчества – это группа «Кристина Корпорейшн», песня «Снег на розах», «Снег на розах», потом «Снег во сне» и так далее. Вот мы сейчас возрождаем эту группу, 4 новых песни. Позвонил Рома Жуков и сказал, что в Екатеринбурге в начале декабря будет супер-мега-дискотека с участием европейских звезд Сиси Кейч, Бонни Эм и так далее. И группа «Кристина Корпорейшн» приглашена туда. И, как ни странно, группа эта была она создана очень давно. Наверняка знают ее еще с «Бобин». Два человека, кто был в этой группе, это Воронков Сергей Ворожбит. Но группа «Геленджикская», один работает в ресторане музыкантом,
а второй перебрался в Москву. И вот, соответственно, мы с Сергеем Ворожбитом делаем программу. Так что скоро ваши зрители наверняка услышат легендарные вещи, но в новом звучании с новым солистом. Илья, спасибо большое, что гости к нам пришли. Это была такая маленькая ознакомительная беседа с вашим творчеством. Я думаю, что ближе к Новому году мы сделаем полноценную большую часовую программу. Все у нас будет хорошо. И, уважаемые телезрители, покупайте билеты на авиакомпании S7. Там дешевые билеты. И летите в Екатеринбург. Там хороший аэропорт. И все у вас будет хорошо, потому что в декабре будет шикарный концерт, где будет принимать участие диджей Илья. С ним мы еще в этом году в этой студии будем встречаться. Всего доброго. Все супер. Спасибо. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите Люберецкое телевидение и правильно делаете.